9 контактников, 1 приезжий из Москвы и 6 человек, которые были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Такова картина по новым выявленным случаям COVID-19 в Самарской области. География разнообразна. В областном центре 8 человек, в Автограде 4, 2 в Жигулевске, по одному пациенту в Сызрани и Чапаевске. Таким образом, на полдень 20 апреля в регионе зафиксировано 95 случаев, сообщили на заседании оперативного штаба. 15 человек уже выздоровели и выписаны, 15 в состоянии средней степени тяжести, 1 в тяжелом. Под медицинским наблюдением находится около 1000 человек. Полагаем, что пик заболеваемости будет через неделю-две, то есть прирост заболеваемости нами ожидается. На текущий момент не рассматриваю возможности расширения каких-то ослабляющих мероприятий. Общий режим изоляции. Наращивается объем тестирований. За прошлые сутки провели 1257 анализов. К среде выйдут на 1800. Это, по подсчетам специалистов, полностью закроет потребность области. Медицинские учреждения дооснащают аппаратами ИВЛ и кислородными станциями. Все работы должны идти строго по графику, подчеркнул Дмитрий Азаров. Моя задача – выполнение тех планов, которые мы вместе с вами намечили, которые утверждены на федеральном уровне. Для того, чтобы у нас была полная готовность к самым жестким условиям работы. И этим я буду настойчиво заниматься. Настойчиво отправляют на двухнедельную самоизоляцию людей, которые прибывают в Самарскую область из других регионов. Соответствующее распоряжение губернатора действует с конца марта. С прошлой недели организован въездной контроль не только на авиа- и железнодорожном транспорте, но и автодорогах области. Работают 11 постов ГИБДД на трассах регионального и федерального значения. Останавливают машины с регзнаками других субъектов. Таких автомобилей въехало 228. То есть мы выдали такое количество уведомлений, соответственно, гражданам, которые им намерены находиться на территории Самарской области. Пока каких-либо проблем в работе именно по общению с гражданами не возникало. Все с пониманием к этому относятся. Хорошо, спасибо. Режим самоизоляции продолжается как минимум до 30 апреля. Такая дата обозначена в постановлении губернатора. Нарушителей привлекают к ответственности. Например, за воскресенье полиция составила более 110 протоколов. Анна Ивахина, Александр Каракулько, Новости губернии.